Один из самых тяжелых людей на планете, мексиканец Хуан Педро Франко, готовится к сложной операции – билиопанкреатическому шунтированию. Последние 7 лет Франко фактически был прикован к кровати. В худшие дни он весил около 600 килограммов. Чтобы операция стала возможной, ему пришлось сесть на жесткую диету. Он сбросил больше 170 килограммов веса. Возможные угрозы здоровью при таком состоянии варьируются от диабета до отказа органов. Врачи крайне аккуратно готовят пациента к предстоящей операции. Вместе с хирургом работают терапевты, кардиологи, эндокринологи. Сам Франко говорит, что настроен оптимистично. Я остаюсь оптимистом, потому что депрессия делает только хуже. Так что надо двигаться вперед. Должно быть сделано все, что только возможно. Если врачи мне помогут, я буду им благодарен, как и тем докторам, что присматривали за мной. По данным Всемирной организации здравоохранения, Мексика удерживает первую строчку в рейтинге ожирения. У 35% подростков в стране есть проблемы с избыточным весом.